Здорово, ребята! Вашему вниманию предлагаю небольшой видеосюжет о рыбалке в стиле морма на деревенской микроречке. Ну не красавец, под язык. С первого заброса вот здесь, под мостом. Белый чики, самодельная мормышка 0,2. Даже, наверное, 0,15. Сегодня ловлю на гамарус, суару 500 и монка 0,07. Гамакацу. Желаем. Ни хрена себе, третий заброс. Ух ты. Такой вот, я бы даже сказал, не под язык уже, целый ясь клюнул. Все то же самое, третий заброс или четвертый, запамятовал даже. Возвращайся к себе домой, дружище. Сейчас была злая атака. Прямо на падение приманки. Думаю, что это, скорее всего, уклеечка. Характерно для этой рыбки. Дерзкие. Сильные подтяжки удара. И часто не засекается. Ротик у нее слишком маленький. Не всегда удается подсечь. Поставил фиолетовую приманку. Меняю цвета. Пытаюсь найти лучшую на сегодня комбинацию веса и цвета, формы и размера.
Окунь на фиолет. Да, холодный май нынче у нас выдался. Сейчас у нас на улице плюс 6 всего. Ветерок такой промозглый, северо-западный. Но, тем не менее, сегодня уже какое? 12 мая. Почти середина месяца. Уже травка поднимается в водоемах. Лопухи вон виднеются уже. Активности рыбы на поверхности почти нету. Холодно. Сейчас вечер. 4 часа. Попробуем еще, наверное, часика полтора побродить. Кого-нибудь да вымучить. Если не получится, то хотя бы просто погуляю. Птички поют. Красота. Любимая речка детства. А вот и на красную. Сразу с первого заброса. Вел в пелагике. Даже, можно сказать, под поверхностью. Тем не менее, это не бель, это окунь. Ну, как окунь. Малек в окуня. Вон какая-то рыба плеснулась, а вон еще. Вон еще. А ну-ка мы туда дадим приманку. Еще один пелагик. Так, ну это окунь. Скажи, окунёк, размером я не блещу, но красотой своей похвастаюсь вам. Дергач как надрывается. Ай да Моночка, ай да Монолеска. Так, это рыба оказалась. Это рыба оказалась рыбой окунем. Я думал веточка, но веточка начала вдруг сопротивляться. Кинул я сюда под кустик. Сразу же окунечек. Визуально увидел поклевку. Вздрогнула вершинка после касания дна приманкой. Скорее всего, мини-окунь. Поставил фиолет,
с первого заброса плотва сильно загнула вершинку гамаруса, но сама небольшая. Что примечательно, клюнуло со дна. Вел я приманку, поигрывая после касания дна на месте, постукивая по бланку. Вот после очередного касания вершинка согнулась. Помню, раньше у меня был телефон Nokia 3310. Я вечерами ждал, когда начнут петь соловьи, и ходил от деревни, лазил по кустам по максималке приблизиться к птице, чтобы не спугнуть, и в то же время записать ее пение. Качество было такое себе, сами понимаете. Вспомнилось. Уже рыба сидит. Клейка. То же самое, все бело, чики и одноух. Точнее, нет, это самодельная каноническая мормышка. Чередую я частые зацепы, чередую веса. Приманки меняют цвета. Получается подъязык, окунь, плотва. Вот уже уклейка. Разнорыбец сегодня. С этой рыбалкой я сам забыл перекусить. Стоило опустить приманку поглубже, как тот же окунь. Ух ты, поставил я, значит, груз потяжелее, это 0,4, наверное, и слаг фиолетовый, и вот плотва, хотя, казалось бы, такой вес, я думал, что окунёчек, какой-нибудь соблазнится, может быть,
Нет, вот и платвичка.